Вітаємо вас, друзі. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої найактуальнішим питанням здоров'я людини. Осінь цього року балує нас своїм теплом, між тим саме у цей період спостерігається найбільша активність проявів спалаху респіраторних захворювань. З чим це пов'язано і як попередити захворювання? З цими запитаннями сьогодні ми звертаємося до гості. У нас у студії Ірина Пліткіна, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Ірина Миколаївна, доброго дня і дякую, що ви з нами. Насправді, ви знаєте, південь сьогодні продовжує літо, можна сказати, між тим захворювання. Як ви вважаєте, це традиційна ситуація для наших теренів, тому що перепади температури проявляються, чи цього року якось особливо відбувається? Ну, в общем-то, для нас это идет рутинная работа, и мы всегда в сентябре месяце ожидаем, ну, относительное повышение, всплеск вирусных заболеваний. Но в этом году, вот связано, да, вот этими с температурными колебаниями, немножко поменялись проявления вирусной инфекции. Если у нас есть, ну, что такое вирусная инфекция, да, она вызвана более десятком видов вирусов, и от того, какой вирус поражает слизистые человека, могут быть проявления. Это могут быть в виде насморка, першения в горле, кашля, но могут быть и кишечные проявления, так называемый кишечный грипп. Но он вызывается именно не вирусом гриппа, а вот одними проявляется как-то в другой форме. Проявляется, да? В другой форме и вызывается ротавирусным вирусом. Будет проявление кишечного синдрома, так называемого. И вот, внимание, дорогие друзья, что не только нос, глотка задействованы или могут быть поражены, а в данном случае еще вот такие вот варианты кишечный проявления. Тракт. И вот именно в этом году это может быть даже и рвота. Сначала рвота, тошнота, повышение температуры, а потом диарея. Так. Ну, так вот, как говорят, понос. Поэтому вот в этом году за счет высокой температуры именно больше идет вирусные инфекции с кишечным синдромом. Вот такая вот симптоматика. Ирина Николаевна, вот как правило, конец августа, начало сентября – это время цветения амброзии. И, как правило, аллергики знают это очень хорошо, и у них аналогичные симптомы. Как определить, это аллергия, да, или это все-таки вирусная инфекция? Ну, все-таки врач, если он посмотрит больного, осмотрит слизистые, то слизистые при вирусной инфекции значительно будут отличаться, видимость слизистых, от аллергического, того же самого ринита. Это должен посмотреть специалист. Ну и, как правило, любая вирусная инфекция, она сопровождается повышением температуры, чего мы не наблюдаем при аллергических вот этих всех проявлениях. Поэтому, если высокая температура, усилился насморк, то не исключаем, что на фоне вот такого респираторного аллергоза еще человек и заразился какой-то вирусной инфекцией. Здесь, ну, еще как можно дифференцировать, то есть прием противоаллергических препаратов, которые приостановят это, они будут малодейственны. Поэтому здесь уже надо тогда лечить еще и вирусную инфекцию человека. Но надо обратить на это внимание, потому как действительно очень симптомы похожи, да, в какой-то степени. Но слизистая все равно, она имеет другой вид. Слизистая при вирусной инфекции, она более гиперемирована, она отечна. Если это будет ротоглотка, то будет болезненность обязательно. Или чего не может быть при аллергических ринитах, это сухость может быть слизистой. При аллергическом рините всегда есть какие-то катаральные выделения. А вирусная инфекция может протекать не только с явлениями вот катаральными выраженными, но может и протекать по виду, наоборот, сухости слизистой носа, слизистой ротоглотки. Тогда будет наблюдаться сухой кашель у человека. То есть вот, ну, есть симптомы, нюансы.
которые, в общем-то, знает врач и может отдифференцировать. Спасибо большое за ответ. Вы знаете, вот всегда удивляюсь тому, что вот оздоровили мы наконец-то детей, да, лето закончилось, каникулы, благополучно отправили в школу, казалось бы, иммунитет, вот он уже все просто на 100%, и тут ребенок заболевает. Как так получается? Ведь, в общем-то, как бы уже готов к зиме. Ну, к зиме, да, вот закаливание, его надо продолжать и в сентябрь, октябрь месяц. То есть, если ребенок летом был более свободен и в выборе одежды, то не надо его одевать. Даже вот если сейчас снизилась температура, есть вот этот контраст, ну, буквально, да, в 10 градусов даже выше утренней и дневной температуры, то ребенка не надо утром одевать сильно тепло. Пусть он пройдет по прохладному воздуху, и это будет продолжение закаливания, это будет воздушная ванна. Не забывать, что уходя в зиму, ребенок должен продолжать вот это закаливание. Вода должна быть оставаться более прохладной для умывания и купания. Одевать ребенка теплее не надо. Ну и, естественно, уже вот начиная, я всегда своим пациентам советую, конец августа, начало сентября, все равно уже начинать проводить какую-то профилактику вирусной инфекции. Это должна быть витаминотерапия? Ну, витаминотерапию может быть чуть позже, но все равно оставить вот на сегодняшний день это фрукты, овощи, богатые аскорбиновой кислотой, витамином С. Это дети, особенно таких критических возрастных групп, это шестилетки, подростки, у которых идет смена зубов, которые более интенсивно растут. Это группы риска такие, группы, да? Риска, да, у которых еще идет дефицит микроэлементов. Им можно даже предложить, ну, кроме того, что достаточную белковую пищу, орехи, вот, то им можно и добавить минералы. Вот им, да, препараты даже, ну, это будут не витамины, а это будут именно минералы, ну, фармацевтического производства, им можно дать. Потому что баланс микроэлементов в организме – это тоже защита слизистых, потому что содержание цинка в слизистых защищает от той же вирусной инфекции. Вы знаете, готовясь к сегодняшней нашей встрече, я вот прочитала статью о том, что в последнее время научная медицина, она прежде всего и базируется на макро- и микроэлементах. И вот недостаток их вызывает сложнейшие заболевания. И если, например, вовремя предотвратить, а в данном случае профилактически выровнять вот эту картину, то человек будет здоров и красив, казалось бы, макро- и микроэлементы. И витамин D3. Вот так вот. Это так. Солнце, да? Да. Нет, это не солнце, это витамин D3, который мы получаем с продуктами питания. Солнце уже, ну, оно стимулирует какую-то выработку, но для того, чтобы прошли все биохимические процессы в организме, нужен витамин D3 и нужны микроэлементы. Но не только кальций, о котором говорят, а и магний, фосфор, цинк, молибден. Вот эти микроэлементы, они находятся и в продуктах питания, но все равно на сегодняшний день тоже доказано, не можем мы создать идеальный стол питания для ребенка, чтобы все это он получил в достаточном количестве, но надо, чтобы еще это все усвоилось. И, в общем-то, врачи тоже пришли к такому выводу, что вот эти критические группы риска, так называемые, детей, им обязательно вот, необходимо добавлять микроэлементы в виде фармпрепаратов. Когда лучше все-таки это делать? Потому что это можно делать уже и летом, и обязательно делать зимой. И я рекомендую, ну вот если покупать в аптеках препараты, то витамины и микроэлементы все-таки покупать отдельно. И давать отдельно. То есть комплексы, о которых нам вот, говорят? Да, супербольшие комплексы мы можем, ну, получить скорее аллергическую реакцию, чем пользу. Поэтому лучше отдельно давать витамины, группы там Б и жирорастворимые, и микроэлементы. Подбирая вот этот вот состав для ребенка, все-таки мы консультируемся с доктором или это мы идем в аптеку и выбираем уже по кошельку? Желательно с доктором все-таки проконсультироваться с доктором и, в общем-то, определиться. Ну, микроэлементы, если их два в каком-то препарате, это не годится. Их должно быть хотя бы 5-7 для того, чтобы оптимально был эффект от их приема. Но и надо помнить о том, что мы ребенку стараемся дать морковочку потереть, тыкву потереть. Это если мы говорим о зрении, о витамине А.
то надо помнить о том, что там есть прокаротин, который потом превращается в витамина только после термической обработки. Угу. То есть для того, чтобы получить эффект от приема тыквы, от приема морковки, ее надо обязательно термически обработать еще и с применением растительного масла. Ну, вот, то есть, вот, вот тогда это... мы получим эффект, который мы хотим. Да, потому что зрение, ну, на сегодняшний день дети идут в школу, у них большая зрительная нагрузка. И тоже вот для профилактики это и кожа, это и волосы. Ну, то есть нюансы приготовления пищи для ребенка тоже надо знать. Как же они не любят эту отварную морковь? Ну, значит, ее как-то делать по-другому, тушить, да, с яблоком. Итак, мы много внимания в нашем эфире уделили профилактике. Я думаю, что это самый главный момент в вопросах здоровья. Тем не менее, если уже случилось, ребенок заболел, как протекает сам курс лечения и на что обращать внимание родителям? Ну, в общем-то, вирусная инфекция, банальная вирусная инфекция, она, в общем-то, не требует значительных усилий приема каких-то лекарственных препаратов. То есть это обильное питье для снятия интоксикации, это витаминизированное питье большим, с хорошим составом аскорбиновой кислоты. Но в данном случае она может быть еще и в виде каких-то лекарственных форм, вот, но она хорошо переносится, и взрослому можно давать в период вот вирусного заболевания больше 1-2 грамма, то есть большое количество. Ребенку, ну, старшего возраста, даже 6-летки, мы можем спокойно 1 грамм аскорбиновой кислоты дать в течение дня. Дать обязательно жаропонижающие. Есть на сегодняшний день комплексные такие препараты, которые и являются дают жаропонижающие, и противоотечный эффект оказывают. То есть, чтобы ребенку было легче дышать. Ему создать комфортные условия. Естественно, на дни, когда есть подъем температуры, исключить походы в школу, в детский сад, подержать ребенка дома. Режим может быть полупостельный. Слизистые хорошо просто смывать физиологическим раствором, то есть подсоленной водой. Это 1% раствор. Или мы покупаем в аптеке, или мы просто берем пол чайной ложки на 100 грамм кипяченой воды, соль берем, растворяем и обильно пипеткой смываем слизистые, полощем полость рта. Йодированную соль можно? Можно, прекрасно, можно йодированную соль для этого применять. Для того, чтобы вот тот вирус, который выделяется и размножается на слизистых, максимально его смыть. Ну и можно применять препараты растительного происхождения, какие-то чаи травяные давать ребенку, для того, чтобы у него прошел вот эти 3 дня пика, да? Максимального, угу, да, размножения вируса, прошли более так спокойно. Как правило, в течение 3-4 дней состояние улучшается, температура снижается сама по себе, или интервалы между подъемами температуры увеличиваются. И 4-5 день, как правило, уже ребенок и взрослый будут себя чувствовать 5 дней, да? Абсолютно адекватно, да, удовлетворительно. Если есть выделение из носа, насморк, вот, просто промывать. И можно обязательно обрабатывать или смазывать какими-то масляными растворами. Это могут быть или капли растительные на масляной основе, или просто обыкновенное растительное масло, или витамин Е. То есть нос промыли, смазали слизистую, ребенку будет легче дышать. Использование сосудосуживающих препаратов ограничено не более 3 дней, потому что иначе мы будем наблюдать побочный эффект. Какие? Вот в каких формах проявляются побочные эффекты? Ну, то есть все сосудосуживающие препараты, они дают спазм сосудов слизистой носа. И когда действие прекращается препарата, то есть эти сосудики, мелкие артериолы, они еще больше расслабляются, угу, и будут создавать отек на слизистой. И так возникает так называемый эффект привыкания. Если ребенку пользовать больше 5 дней, 5-7 дней, то потом отказаться от сосудосуживающих очень тяжело. Поэтому лучше просто промывать. Даже попарить ножки, растереть их мазью, это будет отвлекающий момент перераспределения крови, и ребенку носом будет тоже дышать легче. Сделать, да,
это такой массаж здесь носовой перегородки. Это тоже будет идти перераспределение крови, и ребенку будет легче дышать. Видите, и вот выждать, надо иметь терпение. Вот, вот самое это, главное для родителей – не паниковать. Иметь терпение и смотреть, что страшно, на что надо обратить внимание. Если ребенок стал без подъема температуры, вялый, он лежит, он не хочет кушать, то здесь мы можем думать о присоединении бактериальной инфекции, и тогда надо вот бить в колокола. Но если при снижении температуры ребенок чувствует себя адекватно, он опять играется, он смотрит телевизор, он даже хочет идти на улицу, это нормальное течение вирусной инфекции. И можно так на должно улицу отпускать быть. Его? Но если нет температуры, прогулка на свежем воздухе должна быть. Без большой физической нагрузки он не должен кататься на велосипеде, допустим. Но пойти погулять, побыть на свежем воздухе, конечно, можно. Какие, вы знаете, вот советы вы даете? В общем, как бы все знают об этом, да? Но тем не менее, когда ребенок заболевает, каждый раз, вот как в первый, паника. И не знаешь, за что бросаться, за что браться на самом деле. Ирина Николаевна, с какого показателя мы сбиваем температуру? Потому что это тоже важный момент. Когда мама видит на градуснике уже выше чуть-чуть, чем 36,6, она считает, что все, уже конец света. Но температуру для более старших детей надо сбивать уже, если будет 38,5, 38,3, дать жаропонижающие, пока оно подействует, все равно пройдет 1,5-2 часа. Этого времени достаточно нашему организму, чтобы выработались антитела. Держать температуру 38,5, ну, как некоторые родители, по 4, 5, 6 часов, вот считают, что у ребенка вырабатывается иммунитет. Для ребенка, особенно маленького, это тяжело. У него меняются биохимические процессы. Если ребенок худенький, то у них, как правило, потом поднимается ацетон. Потому что для того, чтобы выдержать эту большую температуру, надо много энергии. У таких детей ее нет. Она очень быстро сгорает. Поэтому высокая температура у ребенка долго быть не должна. Достаточно 3 часов для того, чтобы была выработка иммунитета. А потом температуру надо снизить, назначив ребенку жаропонижающее средство. Вот вы сказали, 5 дней длится заболевание, и дальше, в принципе, уже выписывается ребенок, он идет в детский сад, да, в школу. Да, если он чуть даже прокашливает, есть какие-то у него остаточные катаральные явления, он может идти в сад. Какова форма поведения дальше и родителей, и ребенка? На что обращаем внимание, чтобы через 5 дней следующих не вернуться опять в лечебное учреждение? В чем еще, да, будем вот как бы проводить профилактику вирусной инфекции. Уже пост, то да? Есть, да. После и вообще весь осенне-зимний период. То есть орошение слизистых солевым раствором – это должно быть нормой. Ребенок идет в школу, ему можно закапать масляные капли, а когда он пришел во второй половине дня, тогда ему обязательно слизистые промыть просто физиологическим раствором солевым. То есть то, что попало на слизистые, все это смыть. И, естественно, можно продолжать вот в осенне-зимний период давать ребенку ту же самую аскорбиновую кислоту и так называемые растительные адаптогены. Но у нас их много, их рекомендуют, и есть реклама на телевидении. Что хочу сказать о них? Говорят, мы пьем, не помогает. Значит, эта трава вам не подходит. Подберите другую, их достаточно много. Ну вот есть там афлубин, иммунофлозит, настой... Гомеопатия. Гомеопатия, да, вот это, но это не гомеопатия, это растительные адаптогены. Угу. Есть гомеопатия, кому-то она помогает. Значит, помогает тот же самый ингестол. По одной таблеточке пусть ребенок рассасывает. Анаферон, значит, пусть это будет анаферон. У каждого ребенка и у каждого взрослого это будет индивидуально. Этот вопрос можно решить с врачом. Да, потому что если не помогает один, надо подобрать какой-то другой. Кому-то надо дать еще в сочетании с витаминами, чтобы получить хороший эффект. Вот вы видите, как много надо знать, потому что здесь, в общем-то, как бы момент подбора, но не самолечение.
Правда? Потому что надо обязательно консультироваться. Надо все равно посоветоваться с врачом, да, и он лучше знает, и знает ребенка. Если вы ходите к одному врачу, то, естественно, вы найдете ту золотую середину или тот золотой стандарт, который подойдет ребенку. И то, что мы начинали, говорили в начале, это вот ОРВИ с кишечным синдромом. Угу. То есть всегда помнить о том, как поражается слизистая здесь вверху, у нас верхних дыхательных путей, носоглотки, то точно так же и поражается кишечник. И не забывать, ну вот я сейчас увидела одну только рекламу, там, где говорят о том, что весь наш иммунитет все-таки зависит от кишечника. Поэтому действительно у нас иммуноглобулин А – это первый наш, так сказать, солдат, который встречает все вирусы, да, секреторный иммуноглобулин А, он выделяется на слизистой кишечника. Поэтому насколько хорош кишечник у человека, настолько он будет редко болеть. Поэтому надо помнить о том, что переболев вирусной инфекцией, можно дать ребенку какие-то препараты, содержащие кишечные бактерии. Но самые основные – это бифидобактерии. У нас очень много принимают много есть в арсенале препаратов с лактобактериями. Но все-таки вот этим защитником – это бифидобактерии. Значит, выбрать препарат, который содержит бифидобактерии, и его попить. Они абсолютно не имеют никаких побочных эффектов. И наш организм после вирусной, эти наши бактерии, поучаствовав вот в встрече вирусов, они гибнут. И нам надо их извне добавить в кишечник, чтобы они там снова прижились, размножились и снова охраняли нас, охраняли организм от вирусов, наше здоровье. Поэтому прием бактериальных препаратов, он тоже важен для ребенка. В качестве профилактики вот те самые йогурты, которые продаются в магазинах, недостаточно? Недостаточно, нет. Это все-таки я настаиваю, да, все-таки на том, что это должны быть бактериологические препараты, потому что они там точно есть бактерии, они точно высушенные, и при приеме в организм они оживают. А в том, что мы имеем в кисломолочных продуктах, ну, очень большое сомнение. Несмотря на то, что реклама нас просто уверяет, что только да, купите, да? Да, ну там, если хорошо почитаешь, что там кроме бактерий много Е, и есть какие-то консерванты, и этот продукт кисломолочный, опять же, он должен быть абсолютно свежим. Если он пролежал 2 недели, то там бактерий нет. Это очень важно, особенно если вопрос о детском здоровье, правда? Потому что с кишечником у ребенка, если все в порядке, в принципе, да и взрослого, это да, запорука здоровья. Будет, это, да, Ирина Николаевна, у нас остается всего 3 минуты, но я хочу задать тоже важный вопрос, потому что вот из практики мы сегодня говорим о том, что заболевают целые семьи, понимаете? Вот неправильный образ жизни, неправильное поведение в момент болезни дает вот эти факты распространения, очаги, целое заболевание. Если уже случился факт, вот в семье кто-то заболел, как правильно наладить быт, чтобы предотвратить проявление уже дальше болезни? Ну, вирусы коварны тем, что они имеют вот распространение как воздушно-капельное, но нельзя забывать, что и это контактно-бытовой путь передачи. То есть это чисто вымытые руки. Надо настроить всю семью на то, что и ребенка, когда он в школе находится, чтобы он не вытирал салфетками, а просто помыть проточной водой с мылом. Это очень важно, особенно по приходу домой, при посещении общественных мест. Ну и, естественно, если в семье есть больной, выделяется отдельная посуда, посуда не должна быть общей. Идеально, чтобы это было отдельное помещение, там, где находится больной, комната была отдельная. Обязательно проветриваемая, обязательно влажная уборка. То есть это каноны, которые необходимо соблюдать для того, чтобы минимизировать процесс заражения, ну, контакта у нас будет, а вот заражение родственников, детей с тем, ну, с больным, с тем уже пациентом больным, который появился в семье. И для этого обязательно вот есть больной в семье, значит, слизистые промывать, обрабатывать. Солевым здесь солевым, да, слизистые солевым промываем. И можно здесь использовать уже противовирусные мази, мазь этония, оксалиновую мазь. То есть профилактика
уже с применением противовирусных препаратов. Можно для этой цели, вот много говорят об интерферонах, рекламируют лафарбион, назоферон. Рекомендую, но надо помнить о том, что интерфероны применяются даже с профилактической целью не более 5 дней. Длительный прием или орошение слизистых не рекомендуется. Даже в качестве профилактики? В качестве профилактики. Поэтому вот есть больной в доме, да, вот тогда можно всей семье попользоваться препаратами, содержащими интерферон. Они в данном случае помогут им справиться с теми вирусами, которые уже попали на слизистую. А вот если никто не болеет, просто в качестве профилактики, я не рекомендую. Спасибо большое. Сегодня прозвучало много полезной информации. И я хочу пожелать вам крепкого здоровья, спасибо, вашим пациентам, нашим зрителям. Спасибо. Взаимно. Всем здоровья. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Всього вам найкращого і до зустрічі на хвилі телеканалу «Миколаїв». Бувайте здорові!